Всем привет! Сегодня в виде исключения видео выходит в пятницу, потому что я хочу показать вам предложения, которые начинаются с четверга. Потому что под прошлым видео было очень много вопросов, где такие акции и почему вы их упустили. На этот раз я выложу видео в пятницу, чтобы у вас еще осталось 2 дня, чтобы совершить покупки. И в то же время акции, которые начинаются с четверга, тоже были уже в этом видео. А сегодня я была в Марккауф и купила там мармеладки Haribo, 2 пачки. Еще взяла хурму, она не очень симпатичная, небольшой был выбор, да, но тем не менее я выбрала самые красивые, взяла пока 4, потом думаю, купим обязательно еще. Наткнулась на стейки по скидке 50% и купила, естественно. Стейки из барашка 5,37. Смотрите, 10,73 оригинальная цена за всего лишь 269 грамм. Ладно, в общем, взяла 2. Второй за 4,57. И еще по скидке взяла сосиски в беконе. Вы не поверите, я записала их уже в список для покупок, но не в Марккауф, а в Лидл. И тут наткнулась по скидке 50% и, конечно же, взяла их тогда в Марккауф. Взяла мороженое Кремиссимо. Такой сорт я еще не пробовала. Смотрите, это ограниченный выпуск с кусочками шоколада. В общем, посмотрим. Взяла 2 упаковки рыбных палочек от Игла. Смотрите, здесь какая-то акция, тоже можно будет зарегистрировать код. Они по скидке сейчас, но 2,79, если не ошибаюсь, мы все с вами посмотрим в чеке цену. Смысл в том, что обычные палочки от фирмы Gut & Günstig, ну или там без разницы, Rewe, Lidl, собственных марок, они сейчас стоят дороже, чем Игла по скидке. Хотя мы покупали за 1,70, то есть на евро дешевле, когда в последний раз мы брали. В общем, тенденция печальная. Взяла такую пасту, песто от Барилла. Мы, когда грилили баклажаны, муж у меня готовил такую пасту, ну подобную. И решили, что купить готовую будет выгодно. Потому что, опять же, комбинируются купоны. Тоже все расскажу. И взяла чуть-чуть молока. Была без машины, поэтому купила 4 литра. 2 для долгого хранения и 2 в холодильник. Акция с остановкой инфляции закончилась, поэтому цены все оригинальные теперь. Ну и давайте смотреть, что же по ценам. 1 евро 9 центов стоит молоко долгого хранения. Барилла Песто стоит 3,59, это оригинальная цена, без каких-либо скидок за такую маленькую баночку. Haribo по 69 центов и минус 5 центов из приложения Эдека, то есть получается 64 цента. Но смотрите, скидка прошла почему-то опять только на 1 пачку, а не на обе. 2,15 это сосиски в беконе, мороженое Кремиссимо 1,69 и минус еще 25 центов из приложения Эдека, то есть за 1 евро 44 цента, отличная цена. 1 евро 9 центов – это молоко из холодильника. И стейки 4,57 и 5,37. Рыбные палочки, да, 2,79 за одну и минус еще 10 центов из приложения, то есть 2,69 они получаются. Тем не менее, на целый евро дешевле, чем я брала последний раз. 2 упаковки. 4 раза по 44 цента – это у нас хурма. Купон я использовала минус 1 евро на вот эту пасту песто из приложения «Купон Плац». Получается промежуточная сумма 29,95, минус купон из приложения «Купон Плац» 1 евро и минус еще купон из приложения «Эдека» на это же песто. Заплатила я 27,95 и 14 пунктов получила на карту «Deutschlandcard». Если эта паста будет еще по дополнительной скидке, то она выйдет нам не за 1 евро 59 центов, а еще дешевле. Тогда я уже смогу их взять побольше. Пока взяла только 1 на пробу. И такой еще купон мне выбился на кассе, 50 центов скидка на сыр. Сегодня у меня была запланирована поездка в Пенни. Там я купила молоко Берен марки. Смотрите, оно по скидке на этой неделе по 1 евро 29 центов. Еще в холодильнике я обратила внимание, что дополнительная скидка в 30% в связи с тем, что у него через 3 дня заканчивается срок годности. Нам 3 коробки как раз на 3 дня. Поэтому взяла их и еще купила дупло, потому что 40 центов кэшбэк в приложении Шмегл на него сейчас. И, конечно же, это не главная причина. Для
календаря, адвент-календаря для детей. Самое то, что нужно, они как раз поштучные. Будем наполнять. Еще купила я там 2 вунш-гутшайна по 100 евро. Потому что на них сейчас в магазине Penny умножение пунктов Payback. Сейчас все расскажу с чеками, чтобы было понятней. Смотрите, вот они, эти вунш-гутшайны по 100 евро. Это подарочные сертификаты, их можно использовать. Смотрите, в различных магазинах мы используем в основном на Amazon. Практически всегда заливаем, и когда нужно что-то купить, просто оплачиваем уже со счета, на котором есть деньги. Также скоро Рождество, и это отличный подарок. Они есть на различные суммы, и умножение идет на них сейчас 16. То есть, смотрите, 200 евро я заплатила, и 1600 пунктов получила, это 16 евро. То есть получается как 8% скидка, да, 8 евро с 100 получаем обратно. Это в любом случае плюс, потому что на Амазоне мы довольно-таки часто покупаем. Здесь тоже не обошлось без хитрости. Дупло 2,39 стоит. И 55 пунктов я получила на карту Payback, потому что у меня есть вот этот купон. Он зачисляет 50 пунктов, то есть 50 центов при покупке от 2 евро. Поэтому, собственно, я и сделала все покупки отдельно. Это важно, потому что в данном случае купоны не комбинируются. Здесь у нас Baron Market 3 по 1,29. Вот она скидка. И почему-то мне пробили, смотрите, 4-ю коробку. Хотя я купила 3. Вот я такие вещи замечаю только когда прихожу домой и вам записываю видео. Пора уже научиться быть внимательной. И по итогу я заплатила 4 евро. То есть еще даже больше, чем если бы этих наклеек не было. Да, нехорошо, нехорошо, непорядочно обманывать людей. Но что хотела показать, здесь тоже у меня есть купон на 100 пунктов экстра. То есть при покупке от 2 евро 100 пунктов начисляется на карту. 101, потому что один еще регулярный. То есть получается, что 1 евро все равно у меня скидка. Я, наверное, сейчас схожу еще раз в Penny и задам ему вопрос, откуда вот это взялось. Что хотела сразу сказать. Вчера я сходила в Penny, и мне без проблем вернули 1 евро 29 центов. Так что все хорошо, с этим разобрались. А сегодня с утра я сразу заехала в Lidl, взяла там сосиски XXL, то есть 200 кило по цене килограмма. И наткнулась на рыбу, красную рыбу со скидкой 30% за 3,49. Здесь 220 грамм, тоже упаковка XXL, взяла 2. Что было у меня по списку, это неделя греческих товаров, поэтому я взяла кольца кальмара. Здесь 600 грамм, если я не ошибаюсь, 630. В общем, у меня эта неделя такая, это закупка, по крайней мере, с морепродуктами. Еще, опять же, наткнулась на скидку 30%, ну, больше 30 в Lidl уже не бывает. Тоже на кольца кальмара, но уже панированные. 2,58, мы периодически такие покупали. Здесь 500 грамм и срок годности до 1 сентября следующего года, да, то есть распродают в связи с тем, что нужно освободить место под новые товары. Было 2 упаковочки, я забрала обе. Такая скидка тоже засчиталась как скидка. Если бы их было больше, я бы взяла больше, потому что в морозилке опять же положила, и пусть хранятся, потом всегда можно брать. И яйца взяла. Также в Lidl остаются они, вот эта упаковка, самая дешевая на данный момент. Кольца кальмара, как я сказала, по 3,69, скидку сделали, все хорошо. Замороженные кольца, которые без панировки, 6,49. Рыбка, тоже здесь сделали скидочку, 4,99. Это получается оригинальная цена, да. 6,59 стоит сосиски и 3,19 яйца. 28,41 я заплатила. Итак, съездила я в Markt Kauf, акции из которого хотела вам показать. Ну и помимо акционных товаров взяла еще то, что нужно было по списку. 2 упаковки булок для гамбургеров, потому что OptiGrill от Tefal очень классные получаются котлетки. Кукурузу взяла от Bonduelle консервированную. 3 баночки. Тоже как раз к праздникам на салатики всегда пригодится. И с сегодняшнего дня там скидка на фарш. Опять он снова за 5 евро. Я купила 2 килограмма, ну чуть больше, на 10,42. И это не именно фарш, а мид
это фарш тоже, который немцы едят сырым и очень любят. Обычного фарша не было, поэтому взяла нит, это тоже неплохо. Купила печеньки от Эдека. Взяла два манго. Маленькие маршмеллоу от Хариба добавлять детям в какао. Брокколи запеку сегодня на ужин. Сыр у нас закончился, тильзитер. И еще взяла хурмы. Выбор по-прежнему маленький, поэтому снова взяла немножко. Думаю, потом еще с мужем съездим, он сам уже для себя выберет, какая ему больше нравится. Хариба маршмеллоу 1,49, кукуруза по 88 центов. Еще была пачка мармеладок за 69 центов, ну, за 64 точнее сказать, но ее уже нету. Брокколи 1,59, печенье 1,29, сыр 3,49. По 89 центов это булки для бургеров и по 77 центов манго. И еще по 50 центов за каждое манго вернется в приложении Market Guru. Очень люблю это приложение. Кто еще себе не скачал и не зарегистрировался, делайте это скорее. Пользуйтесь моим кодом, чтобы получить 1 евро на счет. В общем, манго получится по 27 центов. Это, конечно, совсем прям нереальная цена. Хурма все еще 44 цента. И на фарш еще у меня была скидка 10% именно в четверг. Скидка это из журнала Market Kauf. Так что тоже еще еврик сэкономила. 25,15, соответственно, я заплатила и 12 пунктов на карту Deutschland Card получила. Самая аппетитная акция, которую я хотела вам показать, придется мне показать вам ее в журнале. При покупке 3 бутылок масла каждая будет по 1 евро. Такой цены на растительное масло, на подсолнечное уже нету давным-давным-давно. Сейчас оно стоит 4,50. Это его обычная цена. Ну вот здесь, смотрите, 2,39. Такой цены, конечно, я не видела, да, указано. Но не знаю, может быть, где-то оно так и стоит, но у нас нет. Хотя в журнале так и указано. В общем, хотела я купить 3 бутылки подсолнечного масла. Но, конечно же, их размели, я думаю, может, даже сами работники. Потому что только пустое место, хотя я была в первой половине дня, когда акция начиналась. Вот здесь был купон, который я потратила. И вот она, скидка на фарш. По сути, больше тут особо... А, и вот она, как раз скидка на манго. И здесь тоже у нас идет фарш. Акции, которые начинаются именно с четверга. Чтобы следующее видео все-таки вышло в четверг, как вы любите, покажу здесь в журнале, да. Что особо интересно, скидка на булки по 88 центов. Но мы не будем брать, у нас еще есть пока в морозилке. Здесь скидка 10% только в четверг на вино, шампанское и спиритуозы. И опять смотрите, скидка на этот же фарш. Килограмм за 5 евро. В последнее время, ну, получается, наверное, ну часто, в общем, в последнее время они делают эту скидку, чему мы и радуемся. И здесь еще на окорочках хорошая цена. Тоже смотрите, 4 евро за килограмм. И хурма. Килограмм 1,49, так что я думаю, в четверг тоже съезжу и вот это куплю, если будет, ну, хурма будет в любом случае. Такая получилась у нас закупка на этой неделе. На самом деле, я думаю, сегодня мы еще поедем в магазин, только на этот раз в Kaufland и Rewe. Соответственно, это будет уже в следующем выпуске со следующими акциями. Спасибо вам за просмотр, я желаю всего хорошего, пока-пока!